Короче, после распада СССР в декабре 91 года неожиданно выяснилось, что поздравить население страны с наступающим 92-м некому. Горбачев на тот момент уже сложил в себя полномочия президента СССР, а Ельцин то ли был сильно занят государственными делами, то ли еще чем другим. Почетную миссию возложили на сатирика Михаила Задорнова. Но Михаил Николаевич так сильно увлекся, что проговорил на целую минуту дольше. Бой курантов пришлось задержать, и ни о чем не подозревавшие граждане встретили Новый год с минутным опозданием. С тебя лайк и подписка.